Лазаревка с добычей. Кормить детей идет. Пован род гусениц. Она их на шелковице сейчас собирает. Их две, не знаю, где второй родитель в данный момент. Не видно, ну только слышно их тик-тик-тик, тиканье. Вот такая маленькая птичка. Защитник сада от гусениц. А там под навесом, вон там в уголочке, гнездо, где наши дети. Так что там отдельное видео, смотрите, про малышей. Снимались мы уже. Это я уже родителей показываю, как выглядят. Как и обещала. Так что посмотрите. Вот оно тикает где-то. Тик-тик. Просто не видно. Прячется. Ну, не буду мешать птицам. Пусть кормят детей. Вон там второго родителя вижу в листве. Но не знаю, будет ли видно на видео. Что-то они там оббирают постоянно. Фигню какую-то. Вот. Ладно. Не буду их пугать. Уже обои прилетели, пищат. Их слышно. Вот это вот свист стоит. Это они. Думаю, на видео будет слышно. Это самец сейчас так громко пищит. Подсвистывает. Они кормят детей, даже не боясь собак. Собаки в это время гуляют во дворе. Вот тут Варя лазит. Вот я их засмущала, короче. Поэтому удаляюсь и не мешаю.